Михаил, концовка была очень опорная, но забить гол так и не получилось. В чем причина? Ну, мне кажется, слабая реализация. Может, где-то не повезло, да и вратарь соперника в некоторых моментах подтащил. Ты получил повреждение. Сейчас что с здоровьем? Что было в том моменте? Все хорошо, шайба просто прилетела в колено. Установка на игру была ловить все шайбы на себя. Так получилось. Практически все игры «Алмаза», да и в принципе лиги проходят в упорной борьбе, там с разницей в 1-2 шайбы. Выровнялся средний уровень лиги? Да, сейчас все команды играют достаточно хорошо, нет проходных матчей, все упорные игры. Какая установка будет на завтра? Побеждать, конечно.